Добрых и отзывчивых людей с каждым годом все больше. Среди них работники магазина «Хоздвор» и института «Якутнепроалмаз». Неравнодушные граждане помогли нуждающейся семье из Ар-Элаха. Напомню, в начале мая глава многодетной семьи Боровиковых погиб во время пожара. Вдова с детьми осталась без крыши над головой. Недавно они приобрели трехкомнатную квартиру в Ар-Элахе. Жилье нуждается в ремонте. Администрация района обратилась ко всем организациям города с просьбой оказать материальную помощь. Магазин «Хоздвор» помог строительными материалами на сумму 62 тысячи. Сотрудники института «Якутнепроалмаз» собрали для всей семьи Боровиковых более 55 тысяч рублей. Мы передаем эстафету добра сотрудникам «Алмаз Автоматики». Эстафета добра продолжается.